100% заполняемость. В детских лагерях и санаториях Новосибирской области сейчас отдыхает больше 8 тысяч ребят. Организация отдыха и безопасность детей на особом контроле. Станислав Блинов навестил первую смену в одном из санаториев. Зарядка на свежем воздухе – лучшее начало дня. В детских санаториях так начинается каждое утро, а в столовой уже ждет завтрак. Оздоровительные процедуры – обязательная часть режима. Физио и теплолечение, массаж и ингаляции, водолечение и соляная пещера. Процедуры проводят по назначению врачей. Ребенок возвращается домой уже с результатами обследования. Да, и с рекомендациями. Плюс еще в район передаем, что специалисты работали с семьей, если есть выявленные патологии, которые не требуются, не облагательного вмешательства. Специалисты областного министерства труда и социального развития отмечают, большим интересом пользуются профильные смены. Таких провели уже 28 из запланированных 45 по разным направлениям. Спортивное, творческое, патриотическое и оздоровительное. Роспотребнадзор подвел результаты. По результатам первого сезона мы достигли хороший, высокий, положительный оздоровительный эффект у всех детей. 96%. То есть я надеюсь, что все-таки все детки, которые к нам в лагеря приедут, уедут от нас более здоровыми, с хорошим настроением и, наверное, с повышенным интересом к учебному процессу. Кроме того, этим летом Новосибирская область принимает ребят из подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики. В первой из трех смен 50 человек. В этом году нашей области 85 лет мы отмечаем. И вот мы выпустили серию таких вещей с названием «Новосибирь-85». Вот когда получите сувенир, на котором написано «Новосибирь-85», знаете, это от меня. После двухлетнего перерыва пандемийных ограничений Новосибирская область проводит полноценные летние смены. Станислав Блинов, Константин Менин, Новости УТС.